Или запись запущена. Все, ты под меня или не для тебя? Держись, водила. Ты где? Я тебя не вижу. А ну стань поперек дороги. Готов? Фая! Угораю. Бух, бух. Ты там живой? Да, вполне. О, и перевернулся. А ну, стоп. А забор, я могу сломать эту машину, не? Нет. Это не настолько. Это текстура. Да, ты там можешь такой же Жигуль взять, слушай. Жигуль? Да. Где он? Блять. Я немножко шатался от слова полностью. Смотри, на карте там А968М есть машина такая. О-о-о, да ладно! Подожди, стоп. Так это Запорожец. Да, да. А, ну Запорожец, ладно. А где его полный привод? Только... А нет, у него полного привода. Зато, блин, елочку повесили. Хорошо, ты можешь подъехать на возрождение? Ну или помочь мне как минимум, просто я тут немножко, слушай, застрял. Сейчас, погоди. Еду. Сейчас. Хотя нет. Блин, я тоже застрял. Я застрял. А где точка возрождения? Сзади? Сейчас, подожди. Я себя уже вытащу просто. Давай гонки на Запорожцах устроим. Yes. Когда-нибудь видел спойлер на Жигуле? А где ты Жигуль взял? Ты Запорожец. Ну, Запорожец. Вытяни меня, пожалуйста, на Запорожце. Ну, ехай за мной, че. Не, сюда приедь, надо по трассе, бери Запорожец. Ну, так вот, я на Запорожце. Ну я не там. А. Вытяни друга. Дежаву, а чё спин дисплей дефор. Что ты тут ходили, что ли, переводишь? А, ты настолько. Да. Побочно лучше не ездить. Что тебе там наверху? Холодильник возишь, да? Или шифонер? Скрывай меня. Тяни. Вот здесь очень прямая дорога, кстати, классная. Давай. Это не холодильник, это спойлер. Это что такое? Для ветра, да? Блин, я все застряну. Не уезжай далеко только. Я понял. Ты дорогу знаешь, первого лица включи, как дверь. Это я с кабиной так. Потом видео на ютубе посмотришь. Да, не, ну это святое, нет, конечно, я даже лайк поставлю. Вон, видишь, кругосветка дали тебе ачивку. Мне не дали ничего. Не дали, ну значит скоро дадут. Погоди. А, я тебя понял. Че, уехал? Ты на бордюр заехал. Все нормально, нормально, все.
А ты сможешь? Ты меня видишь сейчас, да? Ну да, ты тут. Погнали. Запорожцы, пипец. Неплохо, что зеркало не работает. Мы дали кругосветку. Оля-ля-ля, а! Ай, блядь! Я... Понял. Сломался от слова совсем. Что, Павел, молдеете полностью? На 160 урона. И 160. Сейчас я тебя на лебедку высыплю, куда тебя везти? Я не знаю. Вообще, а у тебя нет случайно ремонтных частей? Просто на мне есть, как бы. Ну тогда только в гараж. А что, ты в гараж перечистил? Я не думал, тебя на буксире отвезу. Да не, ну ты заколебешься, если честно. А, смотри, нажми F1, и там слева снизу будет кнопка «Возвратиться в гараж». Ну еще опять машину брать, или хоть Запорожец? Нет, ты будешь уже на Запорожце. Не, мне УАЗик дали. Нет, надо именно на этой машине, там слева снизу, если возвратиться в гараж кнопка, и нажать «Окей». Да, точнее. Ну я же в гараже. А я вижу, ты на Запорожце, что тебе вытягивать? Нет, ну короче, невозможно выехать. Я сделал предложение, короче, просто взять хорошую большую машинку и поехать все-таки открыть гараж второй. По идее. Давай. Вместо давай, спора. Давай. А, да, вот есть команд гараж. Не-не, ты возьми вот эту большую бандуру. Я сейчас еду для нее. Да, на ней только горсать. А что там в прицепе у нас, а? Чё? Прицеп пусть будет с тобой. Запчасти? Да, нет, он нужен, чтобы открыть гараж. А. Я так и знал, что ты там будешь толкать. Ну тебе понравился Жигуль? Запорожец. Запорожец, да, он. Так, 50 на 50, что неплохой. Понаставлял своих машин тут. Подожди, где я себя заблужусь. Что туда, там, где мы на запросы, это... Ох, ё. Что там? Это 120 ремонта. Не, ну 120 это мало для этой машины. Из 800, да? 800. Ты куда, направо повернулся, налево? Да, направо. Смотрите, смотрите, это танк, а не машина. Это что-то в дерево. Это танк, а не машина, они вообще не разворачиваются. Хай, ты отключи полный привод, чтобы топливо экономить.